Всем привет! У нас очередная посылка с AliExpress. Это компактный стационарный вольтметр амперметр. Измеряет он от 50 до 500 вольт и от 0 до 100 ампер. Давайте скрою упаковку и покажу, как он выглядит. Это у нас катушка для измерения амперов. Она подключается сюда. Так, с другой стороны. Вот. И сюда у нас линия подключается. Ну, собственно, можете 220 без проблем сюда подавать и измерять, какой у вас ток идет в сети. Вот так вот у нас выглядят показания. Сверху вольты, снизу амперы. Имеется кольцо, фиксатор. То есть, ну, установка очень простая. Сверлите большую круглую дырку, вставляете в нее вольтметр, поджимаете кольцом, и у вас все держится. Есть они, в общем-то, разных цветов, можете подобрать под свой вкус, какой вам больше нравится. Ссылка, как всегда, внизу под видео. Пока!